Перед сном приходят тревожные мысли. И трудно заснуть. Мы изобрели кубик сна. Он кардинально уменьшает время засыпания. В течение ночи меняет свои ритмы, делая ваш сон глубже. Утром помогает легче проснуться. Выспись и живи лучше. Покупай на официальном сайте выспись.рф. Отмечу, что технология и само устройство полностью российская разработка, производится в России, создавая рабочие места. К тому же по 500 рублей с каждой покупки перечисляют в благотворительный фонд, помогающий детям с редким генетическим заболеванием. И безусловно, высыпаться нужно каждому. Переходите по ссылке на официальный сайт производителя в описании, где специально для наших подписчиков указан эксклюзивный промокод. Сейчас лучшее время строить заводы в России. И это правда. Именно сегодня в России созданы такие условия, лучше которых для развития бизнеса, основанного на производстве, не придумать. И некоторые сложности, которые могут ожидать на этом пути, ни в какое сравнение не идут с потрясающими перспективами, которые открываются перед теми, кто, возможно, даже неожиданно для себя решил вдруг вложить деньги не в недвижимость в Европе, не в яхту или Феррари, а развитие своей собственной страны. И да, сегодня желание – это то единственное, что стоит между инвестором и новым заводом. Потому что все остальное в нашей стране уже создано. Есть и доступ к дешевым деньгам, учитывая громадное количество всяческих мер поддержки, начиная от институтов развития ВЭБ-РФ, ФРП, СПИК 2.0, мер поддержки МСП, множество региональных программ. Есть рынок, который для нас учтиво освободили наши западные партнеры. Сегодня в России в свете ухода ряда компаний бизнес-идей просто завались. Ну и главное, в стране создана отличная производственная инфраструктура. Сегодня даже здание для завода строить не нужно. Нет проблем, приходите в индустриальный парк и получайте за символические деньги готовое производственное здание со всеми уже подключенными коммуникациями. Помню времена, когда слагали легенды о том, насколько сложно и дорого получить все нужные бумаги для ввода завода в эксплуатацию, а подключение коммуникаций порой стоило дороже, чем само строительство. И это только начало. Потом к вам приходили пожарники, санпиновцы и прочие очень нужные службы и выпивали из вас оставшиеся соки. Да и строительство затягивалось на годы. Сегодня всего этого не нужно. Вот, например, особая экономическая зона Технополис Москва. Там есть огромная территория на площадке Алабушева, где можно построить свой завод от фундамента. Да, конечно, это проще. Там уже есть все коммуникации, но завод все же придется строить с нуля. Есть площадка в Печатниках, в гигантских цехах бывшего завода АЗЛК. Там уже все готово, но не каждое производство получится там разместить. А вот про еще одну новейшую площадку мало кто знает, и вот о ней мы сейчас и расскажем. На востоке Москвы уже практически достроен индустриальный парк Руднева, проект особой экономической зоны Технополис Москва. В 5 километрах от МКАД компактно расположились 16 производственных корпусов различных размеров, в сумме это 38 250 квадратных метров производственных и офисных помещений на общей площади в 11 гектар. Корпуса разных конфигураций и размеров, объединяющие как производственные помещения, так и офисную часть. Есть громадные многоэтажные цеха, а есть и небольшие. Всего 6 типов помещений, причем можно довольно гибко менять планировку и объединять соседние цеха, убирая перегородки. Поэтому Руднева подойдет как для крупных производств, так и для небольших. Например, один из небольших корпусов выполнен в виде листа клевера, где по сторонам одинаковые производственные модули, а в центре офисная часть. Перегородку можно убрать, объединив соседние помещения, увеличив площадь в 2 раза. И, конечно, тут уже есть все коммуникации и инфраструктура. Газ, электричество, вода, вентиляция, система безопасности. Компании нужно просто завести сюда свое оборудование. Есть тут корпуса побольше, плюс у них 2 производственных этажа, поместится довольно крупный завод. Территория уже благоустроена, везде зеленые насаждения, газон, асфальт. Но помимо отличной новой инфраструктуры, арендаторы получают еще и все преимущества особой экономической зоны, различные льготы. При этом нужно понимать, что цель здесь не заработать на арендаторах, а помочь им создать производство. Поэтому стоимость аренды минимальна, а построив производство, компания может выкупить участок всего за 1% от кадастровой стоимости. Плюс управляющая компания индустриального парка создает дополнительные удобства для клиентов, решая за них различные вопросы. Это и обслуживание коммуникаций, вопросы мелкого и среднего ремонта, служба одного окна. Арендатору не надо ездить в налоговую или ПФР. Все можно решить прямо тут, не выходя за пределы индустриального парка.
Ну и прекрасная транспортная доступность, как для сотрудников, рядом находится станция метро Некрасовка, а путь до МКАДа составляет лишь 5 километров, так и для производственных нужд. Рядом трасса М7 «Волга», М5 «Урал», а скоро тут пройдет северо-восточная «Хорда». До аэропортов тоже недалеко, в 22 километрах расположен Жуковский, а в 44 километрах – Домодедово. И первые производства тут уже есть, причем многие из них – это высокотехнологичные компании. Производство беспилотников, электроники, электронных компонент, медицинских протезов. Сегодня в России освободились многие ниши на рынке, и эти ниши будут обязательно заполняться отечественными компаниями. И очень вовремя в России были созданы отличные возможности для развития любых производств. Поэтому мы и говорим, сейчас в России лучшее время строить заводы. Или вот еще один пример. В России построят новый нефтегазохимический кластер глубокой переработки стоимостью больше, чем 1 000 000 000 рублей. Импортозамещение, особенно в промышленной области, одна из наиболее актуальных тем в текущей повестке. Нефтегазохимический сектор также не остался без внимания со стороны отечественных производителей. Открытие нового кластера частично закрывает очень значимый вопрос, куда же Россия денет невостребованные объемы газа. Разумеется, нефтехимическая и газохимическая продукция с рынка не пропадут и также будут востребованы. Только теперь у заводов из России появилась возможность занять нишу, которая ранее принадлежала исключительно европейским компаниям. Сейчас в игру вступает Нижнекамскнефтехим, который входит в холдинг Сибур. Компания подписала соглашение с особой экономической зоной Алабуга. И, кстати, хочу заметить, что таких экономических зон у нас много по всей стране. Алабуга расположена в Татарстане. Согласно договоренности, там будет построен инновационный индустриальный парк. Предположительно, такое нововведение окажет положительное воздействие на модернизацию химического производства. Для создания нефтегазохимического кластера глубокой переработки парк предоставит 2000 гектаров территории. Что касается продукции, то она точно не останется без покупателей. Химпродукты будут востребованы в различных отраслях – медицина, строительство, ЖКХ, электроника, машиностроение и прочее. Говоря кратко, Сибур обещает предоставить сырье, а Алабуга – пространство и инфраструктуру. Или же, если проще, возможности для обработки сырья. У этого есть значительный потенциал. Впоследствии из сырья можно будет создавать практически любую продукцию в соответствии с потребностями внутреннего рынка. Акцент делается на развитии мало- и среднетоннажной химии. Общий объем инвестиций в производство составит около 1 300 000 000 000 рублей. Государство готово вложить в производство 170 миллиардов рублей, а остальное – средства частных инвесторов. Как следствие, отечественные товары получат шанс занять достойное место в нашей рыночной системе. Друзья, рекомендую вам подписаться на наше сообщество ВКонтакте и Телеграм. Там мы публикуем аналитические статьи, видео, сводки боевых действий и многое другое. Ссылки в описании под видео.